Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Также, ребятушки, на моем телеграм-канале проходит розыгрыш 10 реакций. Так, ребятки, постоянно розыгрыш проходит. Слушаем нашего любимого Фрэнкли Тагушку. Поехали, друзья! Ребятки, вот что скажу. Во-первых, музыка такая нежная, да, ребятки? Какой инструмент, я не знаю, ребят. Нравится мне его голос. Он так спокойно нам читает рэп, ребятки. И такая музыка мелодичная, ребятки. И рэп его такой красивый, спокойный такой, нежный, ребятки. Он нежно пел, читает рэп. О чем, ребятки, рэп? Я еще пока не знаю, только начали слушать. Вижу, вот друзья сидят. Они пьют чай, наверное, я так думаю. Может, сок они пьют. И играют в шахматы. Я так думаю, ребятки. Шахматы. Еще, ребят, скажу. Может, в лото играют. А может, в лото. А может, слова. Угадай-ка. Угадай-ка слов. Еще, ребятки. Вот еще раз скажу, да, ребят. Сейчас современный сленг интересный, да? Вот тоже как, да? Какие слова, да? Вот все, да? Вот именно такой молодежный сленг. Пожалуйста, помоги мне сленг выучить молодежный, чтобы я все знала. Раз слово, я уже знаю, да что это. Да ты так знаешь. Ну не все. Только столько вантейком, любишь их звук, парень, это подделка. Кто не приветствует левых на сделке, не потеряя брата из заебанной копейки. Шутим до слез, могу умереть от смеха. Я люблю зиму, но еще боюсь снега. Весь мир пидораса, не хочу быть современным. Купил себе куртку, мой кузюм от Дрейка. Брат дует так, что может взорвать грелку. Готов встать, папку привожу домой деньги. Устал считать пачки, 30 тысяч евро валюта в рублях. Где-то сантиметров 10, а у фидерзы бич, мы по всей вселенной поднялись выше, качаем. Там у них бухгалтер отдельный есть, да? Да, бухгалтерия, да, отдел, да, да. Отдел бухгалтерии. Видите, они карты играют. Ага. Ребят, ну, все знаете, под расчет. Да, вы знаете, ребят, чем мне нравится наша молодежь? Все равно нравится она мне, да? Они умеют деньги зарабатывать. Они не боятся. Ну, я, конечно, против плохого. Мы осуждаем запрещенные, да, вещества. Мы осуждаем запрещенные вещества, все, что с этим связано. Я имею в виду, вот они вот... Петь не боятся. Петь не боятся, сочинять танцевать. Не боятся. Танцевать, рэп читать, в батлах участвовать. Это музыкальные ребята, да? Они зарабатывают деньги, ребятки. Даже некоторые играют шахматы, в шашки. Ну и что на деньги? Ну и что? Ну а что такого, я не знаю. Мне кажется, они же друзья. Ну а я не знаю, ребята. Понарошку простите. Играют. Ну простите, ребят, может, я неправильно говорю. Видите, вот они играют карты. Голос нравится мне, ребятки. Рэп читает хорошо, спокойно. И музыка такая красивая. И рэп так пом-дам-дам-дам. Красиво, ребятки. Мне нравится. Не матерятся, сидят. Спокойно сидят они. Попивают они сок. Я думаю, сок яблочный, без мякоти. Машины какие у них, ребят. Теперь читает, что он белый. Если родится дочка, назовем ее Надеждой, чтобы когда я умер, у них осталась надежда. Селфмейд, не подаю парты. В этой школоте пусть кладут на пол тетрадки. Чтобы стричь бабки, почитайте за бесплатно. Всю гребаную жизнь она подкидывает шансы. Наплевать, как лягут гребаные карты. Богу наплевать на твои гребаные планы. Нищий человек не может быть вообще жадным. Я понял, правда, много на меня это нажало. Блять, нахуй фейков. Я повторяю бесконечно. Чего? Хочешь мой хлеб, я только вытащил из печки. Тебя обожжет руки. Ага. На моей крохотной кухне кипятит спешка, я уже обжег ступни. Кипятят люди, не хочу поднимать трубку. Не хочу куда-то ехать. Так, ребятки, хлеб печется. Да, мы осуждаем запрещенные вещества. Да, мы осуждаем запрещенные вещества, все, что с этим связано. Котлеты жарят вот его супруга, хлеб пекут сами. И всем хочется попробовать его хлеб, ребятки. Видите, ребят? Он умеет все на кухне делать. Пекаренок. Яйца умеет жарить, да? Котлетки жарят, хлеб пекут. Это, ребят, не просто так. Это сейчас такие вот семьи. Кулинарная семья. Кулинарная семья, ребятки. Он уже хочет детей, хочет, чтобы семья у них была хорошая, понимаете? Вот. И там пробки. Тут
закончилось, да? Ребят, мне понравилось очень. Спокойно такой рэп, так он спокойно читал, говорил о деньгах, о семье, о котлетах. Не суетился. Не суетился, все спокойненько. Мат был, конечно, ребят, ну это сейчас молодежь все с матом поют. Мы же не можем изменить молодежь, вот не надо нам. Они скажут, не нравится, не слушай. А почему? Мне интересно послушать. Интересно, чем дышит молодежь? Чем она занимается? Я же их вижу. Вот я иду по городу, музыка играет молодежная. Я сижу, иду и вот так головой качаю. Мне нравится, ребят. Мне нравится. Пока, друзья.